есть фотка, где ты сидишь с Путиным. Да. И там Масляков-младший рядом с тобой, ты да. и Путин. Да, было. Тогда ты захотел дом в Геленджике? Только с языка снял. Слушай, я был молодой, и мне, конечно, я волновался сильно в тот момент. Сейчас бы, наверное, все по-другому уже было, да? Классно, что Александр Васильевич нас познакомил тогда, прям сразу представил. Это мой сын, Александр Масляков-младший, это Стас Ярушенко, военщик из Челябинска. Я говорю: Владимир, ждали вас в Челябинске на универсиаде, вы не приехали, заняты были. Он говорит: ну, как бы, да. Есть, было пару дел. Было, да, пару дел. Так за КВН Митя Хрусталев вышел пародию, он говорит, я говорю, вот тот ваш постоянный Митя пародирует, он говорит, да, я знаю, типа, в курсе. Ну, собственно, и все после КВНа. Владимир Владимирович встал, сказал спасибо, ребята, за компанию, и я поехал. Путин смешливый, но в плане, что он смеялся часто? Ну, было смешно, он смеялся.